делом по собственности и землепользованию в 2022 году совместно с муниципальным бюджетным учреждением управления городским хозяйством был проведен анализ наличия и распределения земель на территории города Назарово для того, чтобы определить пустующие земли на территории города. В 2022 году была составлена таблица состав земель на территории города. И мы выявили, что 22% земель на территории города не используются по назначению. Они пустующие, они заросшие травой, они не используются. На сегодняшний день в пределах черты города, а это 8793 гектара, 19% земель, которые не используются по назначению. То есть 3% земель мы предоставили на каком-то виде права гражданам и организациям города Назарово. Считаю, что в рамках земельного контроля и контроля по благоустройству надо продолжать обследование пустующих участков и улиц частного сектора, потому что много у нас пустых участков, которые не используются на территории города. Но опять же расскажу вот про 3% участков неиспользуемых, которые были предоставлены в 2023 году и намечены к предоставлению в текущем году. За 2023 год проделана следующая работа по пустующим участкам по поселку Строителей, улица Клубная и Озерная. Следующий слайд, пожалуйста. Было сформировано 6 земельных участков на улице Клубная и Озерная. 2 участка предоставлены многодетным гражданам. Проведены аукционы по сдаче в аренду 2 земельных участков на сумму 70 тысяч рублей. И эти участки сейчас предоставлены гражданам. Продан один земельный участок по начальной цене 294 тысячи рублей. И оставшийся земельный участок будет объявлен на аукцион в 2024 году в мае. То есть в итоге земельные участки переданы гражданам, и они в начале вот этого сезона займутся благоустройством этих участков. Они об этом предупреждались, когда был аукцион, они были готовы участки взять в таком виде. Далее, улица Труда. За 23 год проделана следующая работа по улице Труда. Мы в 22 году намечали вот эту территорию как пустую на улице Труда. Был сформирован один земельный участок и изменен вид разрешенного использования. Там был многоквартирный жилой дом, мы его переделали под бытовое обслуживание. В ближайшее время, в мае-июне текущего года, участок будет объявлен на аукционе. И еще какая работа была проведена по улице Труда. Дома были снесены давно, но они не были сняты с технического учета. В прошлом году мы сняли бывшие многоквартирные дома, которые были там, с технического учета. Далее. На территории бывшего завода КПД был сформирован в прошлом году земельный участок, я уже об этом вам рассказывала, и за 1 296 000 сдан в аренду сроком на 5 лет. На сегодняшний день сформировано еще 2 земельных участка, по ним уже утверждены схемы расположения земельных участков. И будет объявлен аукцион в мае будущего года. И на сегодняшний день администрация города поступила еще 2 схемы. То есть возле этого земельного участка еще будут формироваться еще 2 участка. То есть фактически будет сформировано еще 4, еще 2 земельных участка. 2 на аукцион и 2 формируются. Далее, на территории СМП 268. На сегодняшний день из средств, которые у нас имеются в программе, формируются 20 земельных участков, они будут переданы многодетным гражданам. И в случае поступления дополнительных средств будет сформировано еще 30 участков, потому что всего на территории микрорайона СМП можно сформировать 50 земельных участков. Далее. В ходе земельного контроля вот на улице Парковая, на месте бывших домов 25, 27, 29, вот выделено синим, в настоящее время находится свалка. Мы сейчас решаем в администрации города вопрос, либо отдать там землю под
застройку, двухэтажный дом, например, построить, либо сформировать там 3 земельных участка и предоставить гражданам на аукционе под коттеджи. Это будет по 14 квадратных метров примерно. Но тогда нужно будет менять правила землепользования и застройки. Пока от граждан в городе заявления нам не поступали, но посмотрим, вот, под что приоритетно будет можно сформировать вот этот земельный участок. Далее. Вот расскажу, что на территории города имеются земельные участки, которые примыкают к уже действующим земельным участкам, которые используются под индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году более 40 земельных участков были, не было осуществлено перераспределение. То есть вот на картинке указано, вот каким образом участок, который примыкает к земельному участку, можем перераспределить и отдать гражданину в собственность. Вот в прошлом году мы присоединили 27% площади к имеющимся участкам, которые стояли и зарастали травой. Мы их отдали гражданам. Они их теперь используют и для себя. В результате проведения аукциона по продаже земельного участка был увеличен земельный участок за счет заброшенной территории по улице Революционной, где заправочная станция была. И рядом, ну, был такой участок нехороший. Когда мы улицу Революционную асфальтировали, по нему много говорили. В результате увеличения площадь увеличилась на 17 соток, и собственник заправки эту площадь выкупил, сумма выкупа составила 1 300 000. Далее. В прошлом году были сформированы участки для многодетных граждан по улице Автомобилистов. Было сформировано 8 земельных участков. Желтым они выделили. На сегодняшний день они предоставлены гражданам. Еще в прошлом году был проведен аукцион по земельному участку Спортивная 44 и Революционная 21. Эти участки были предоставлены под индивидуальное жилищное строительство. На аукционе победили граждане города Назарова. На сегодняшний день они начинают строительство. И в прошлом еще году был предоставлен участок по улице Красноармейской под строительство гаража. В текущем году объявлено 2 аукциона по адресу промышленный узел Кесетя под строительство склада. 7 мая состоится аукцион. И идет прием заявок на аукцион по улице Верхняя, земельный участок 2А, также под строительство склада. Аукцион также объявлен 7 мая. Формируются земельные участки по улице Заречная, 12А. Ранее этот участок был под прачечную предоставлен под строительство. Договор закончился, арендатор ничего не построил, участок изъяли. Сейчас мы его будем на аукционе продавать снова. Далее. Будет объявлен аукцион по сдаче в аренду земельного участка по Березовой роще, адрес Березовая роща, здание 3А, под строительство объекта дорожного сервиса. И планируется к объявлению аукцион по адресу, так, также Березовая роща, извиняюсь, по адресу улица Коммунальная, земельный участок 6А. Вот такая работа.